Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости моего канала «Сад чудес». Я рада приветствовать вас в своем саду. И сегодня хочу вам показать клумбу с японскими розами, которыми я увлеклась. Мне в прошлом году Элит подарил Мияби, японочку. Я решила еще подзаказать другие. И так у меня появилось 8 сортов японских роз. Принцесса Миюки. Первый снег. Цветок держит 10 дней и даже больше. Это при нашей-то жаре. Вот только сейчас похолодание, а до этого стояла такая жара. С романтическим сильным ароматом миры. Цветок 10 сантиметров. Представляете, смотрите, сколько на одной веточке цветочков, и все они по 10 сантиметров. То есть очень красивый куст. Высота заявлена как 80-100. Но сейчас она у меня, конечно, самая высокая розочка. Устойчивость к заболеваниям написано, что высокая. Дождь, жару, все держит отлично. Мороза стойкая. Но, конечно, очень красивая. Особенно, когда вот только распускаются цветочки. Прелесть. Они крупные, белоснежные. Цветок держит долго розу, вот я уже повторяю. То есть вот роза, конечно, прелесть. И она, в общем-то, высокенькая. Будет метр, а может быть и выше будет. Это заявлено как метр, а может быть гораздо выше. Цветение у нее заявлено как будет обильное, повторное, продолжительное до заморозков. Посмотрим. Но сейчас она мне очень нравится. Принцесса Киши. Мишкины розы. Заявлен как шраб, но маленькая пока. Маленькая, но смотрите, каких цветах красивых. Цветы 8-10 сантиметров. То есть очень крупные цветы для такой маленькой розочки. 17-й год. Лепестки такие с оборочками. При раскрытии может показать яркую пуговицу из зеленовато-желтых тычинок в центре. Но вот совсем когда уже отцветая. Цветок держит очень долго. Аромат легкий. Высота ее заявлена как 120-150. Цветочки такие пионовидные, особенно когда только распускаются. К заболеваниям очень устойчивая. Очень хорошо зимует. К болезням тоже устойчивая. Конечно, вот у нас стоит солнечная погода, но практически уже вот 2 месяца стоит солнечная погода практически без облаков. И розам, которые цветные, ну такие вот красные, бордо, они, конечно, отцветают. Вот лепесточки, кончики лепесточков, конечно, отцветают. Но так как она цветок держит очень долго, вот видите, они уже такие светлеют, но цветок держит так долго, вот две недели вот такие все цветочки. И хотя они уже, конечно, не такие привлекательные, как были, конечно, когда только распускались, но я еще их не обрываю. Вот 2 недели, а цветочки у меня еще на кустике. Ну вот, видите, вот такие они вот сегодня. Но все равно красивые. Они отцвели, лепесточки, вернее, посветлели. Ну, конечно, солнышко, они обжигаются. Они, ну, кустик молодой такой, такие крупные цветочки. Но цветочки держат прямо. Прямо стойкий такой, как оловянный солдатик. А это розочка Лали, которая тоже Мишкиных роз. И... цвет, конечно, у нее. Цвет у нее такой вот редкой кофейно-сиреневой окраски. Считается, как спрей. Крупноцветковый спрей. Цветочки 6-8 сантиметров. Для спрея это, конечно, крупные цветочки. Очень красиво распускается.
соцветиями цветет. Вот, видите, я вам показываю сейчас по мере ее цветения. Вот начало, теперь уже продолжение. Аромата нет. Листочки темно-зеленые. И вот видите, какая она сейчас уже. Она уже все распустила бутончики почти. И, конечно, цвет вот такой вот кофейно-лиловый, он привлекает. Лепесточки резные. И цветок держит очень долго. Вот первые цветки, которые распустились, они все еще есть. Вот распускаются новые бутоны, а вот которые первые цветочки расцвели, они все еще на кустике. Представляете? Вот все цветочки сохраняются. И которые отцветают, и которые зацветают, они все вместе. Очень красиво. Мисаки. Такая красивая. Розовая, прям бледно-бледно-розовая. Это Нью-Джерси питомник у меня. Бутоны так неспешно и медленно распускаются. Ну, такие махровые цветочки необычной формы. Аромат тонкий, но интенсивный. Цветной. Листва не очень такая темно-зеленая, любит полутень, но у меня на солнышке вырастет до 100 сантиметров. Но я хочу сказать, что веточки у него поникают. Приходится их так приподнимать. Еще не все розочки, конечно, цветут, многие на бутонах. Вот розочка Мияви, она у меня питомника Элит осень прошлого года. Хорошо перезимовала, отлично, и вот она начинает сейчас цвести. Цветок, конечно, необыкновенной такой красоты, он такой густо набитый. Розовые бутоны раскрываются в абрикосово-персиковые цветки с розовыми наружными лепестками. Она 2014 года. Розочка Цукиёми. Она еще, конечно, на бутонах. А это у меня Эустома. В прошлом году у меня была розовая, в этом году еще и сиреневая. Все они тут разные, конечно, у меня высоты, но в этом году я тоже посадила. Но очень уж они очень хрупкие. Вот чуть ветерочек подул, сломались. Ну, коралл жили тоже на бутонах, розочка. Скоро распустится. Ламари тоже на бутонах, но уже они так побольше раскрываются. Это 2009 год, флорибундочка. В лиловые тона там должна перейти. Розовый в лиловый. Вот такая у меня клумбочка с японскими розочками. Ими я посадила остеоспермум саннипаку. Он низкий. Фиолетовые такие, фиолето-сиреневые цветочки, конечно, их много. Ну, цветут они 2-3 дня, цветочек, и он вянет. Ну, еще солнышко у нас такое жгучее. Конечно, им трудно цвести, но очень хороший остеоспермум. И к ним я посадила матахари. Это Нидерланды, такая флорибундочка. Абрикосово-розовый цвет с зеленой сердцевинкой. Аромат легкий. Цветочки крупные, 10-12 сантиметров. Куст будет где-то 50-60, ширина 50. Она считается крупноцветковой розой. Но очень красивые лепесточки. Посмотрите, ну кружево, просто кружево. И зеленой серединкой, когда я заказывала, я не очень как-то
думала, что она будет такой красивой красоты. Необыкновенной красоты. И очень вписалась к японским розочкам. Необычные потому что. Всего доброго, мои дорогие. Пишите, ставьте лайки, подписывайтесь с колокольчиком. Я всегда вам рада. Пока. Пока. Пока.